Всем привет! С вами я, Виолетта, и это мой шоп-влог, а также покупки канцелярии из ленты. 21-22 августа была скидка 50% на всю канцелярию, также на что-то еще к школе. Вот, но меня интересовала только канцелярия, я поехала ее выбирать, смотреть. Скидка, по-моему, не распространялась только на канцелярию от фирмы 365 дней, соответственно, самой лентовской фирмы. Вот, а там, где красные ценники, стоимость нужно было считать от верхней цены. Вот, а по-моему, у желтых тоже от верхней цены считалось. Ну, в общем, сэкономила я порядочно. Я купила не так много канцелярии. В середине ролика я как раз начну ее показывать вам. Сейчас просто показываю вообще, что в ассортименте. На некоторых товарах я как-то прям очень долго останавливалась. Например, за маски я долго выбирала корректоры. Что-то я прям совсем-совсем мельком показала, потому что с камерой было не очень удобно. Я каждый год езжу в вот эти дни, когда 50% на канцелярию. Это ежегодная акция, поэтому если вы не успели в этом году, не расстраивайтесь. В следующем году я уверена, что она тоже будет. И я всегда стараюсь именно канцелярию покупать вот с такой скидкой. Выгодно, приятно. Вот. Также я купила... Большую часть — это какие-то вещи, которые, наверное, без скидки я бы не взяла. Вот. Но все равно они очень нужные, они очень классные, они интересные. Я надеюсь, что вам понравится это видео. Вот, пишите, кстати, что бы вы взяли из канцелярии. Вот, что бы вы, может быть, посмотрели, чего вам не хватило, что я мало показала в этом ролике и так далее. Да, у меня еще... Почти 2 минуты кадров. Я уже даже не знаю, что вам рассказывать. Сейчас просто смотрю стикеры. Вот, я поехала выбирать стикеры. Мне нужны были вот такие клейки просто. Планирую снять хобби-влог, показать вам, зачем они мне нужны. Такие дела. Да, кстати, в нашей ленте, которая здесь недалеко, она довольно маленькая. И выбор в ней небольшой. Вот эту всю канцелярию ее привезли чисто к школьной ярмарке. Вот, кстати говоря, каждый год, как я уже сказала, езжу покупать канцелярию. Я всегда езжу ночью, чтобы не было людей, чтобы акция только началась, товары еще все на месте. Вот, я езжу, выбираю прям 12 в час ночи. В этом году тоже не было исключения. Не знаю... Мне прям очень нравится ходить по ленте, выбирать себе канцелярию. Когда никого нет, никто не мешает, можно спокойно снимать ролики. Опять же, никто не отвлекает, никто на тебя там не смотрит лишний раз. Хотя там будет момент с мужчиной, который меня немного засмущал. Поэтому, да, такое тоже иногда случается. Сейчас какие-то странные стенды, я к ним даже особо не подходила, потому что это все вот было лентовское, то, что я вам... мельком-мельком показала. Соответственно, не было смысла этого даже смотреть, потому что скидка не распространяется, это можно купить всегда. Вот, и особо там нужного для меня ничего такого не было. Вот тут я очень долго выбирала гуашь, потому что я хотела взять гуашь, не знала, что взять. Вот, все классные фломастеры тоже были от фирмы Лента, поэтому я особо много не брала. И батон. Итак, давайте теперь наконец-то посмотрим покупочки. Буду стараться называть цены, вот, если, конечно, ничего не пропущу, ничего не забуду. Первое, значит, у нас это бумага. Обычная самая. Стоила 200 рублей. Там, по-моему, скидка была не такая большая. Хотя, может быть, тоже 50%. Честно, я не пропустила этот момент, мне кажется, меньше. Вот, но все равно, по-моему, довольно выгодно, потому что обычно я как-то дороже брала. Вот, но бумага у меня хорошо так уходит, потому что я и по учебе много печатаю, и просто часто использую вот эти листы. Ну и даже вот раскраски я распечатывала, сколько, 3 книжки. Вот, естественно, тоже со своего. Далее, я купила такой интересный набор тетрадей. Он стоил всего 147 рублей, мне очень понравился. Такой конвертик, и в нем 3 тетради. Вот так они выглядят.
Ну, честно, за 300 рублей я бы никогда в жизни не взяла, но за 147 оказалось, что это довольно удобно. Я думаю, на учебу будет вообще классно носить такие вот. Для маленьких тетрадей это вообще идеально. У меня много как раз таких тетрадей в Фикспрайсе покупала. Вот, поэтому можно будет, чтобы они не мялись, носить, вот, радоваться жизни. Значит, это тетрадь в клетку, это в линейку. И вот это как планер, ежедневник такой. Вот. Ну, конвертик тоже красивый. Такой, ну, не знаю, мне понравилось, и я просто случайно обратила внимание, решила взять, ну, раз со скидкой. Далее идет такой скетчбук. Вопрос, где он у меня здесь находится? 131 рубль. Вот, он акварельный. Здесь акварельная бумага на перфорации. Вот, мне, во-первых, понравился сам скетчбук, он красивый. Во-вторых, мне нужен был блокнот именно с акварельной бумагой для выкрасок акварели и, ну вот, акварельных карандашей, например. Вот также хотелось бы посмотреть, как аквамаркеры себя ведут на такой бумаге. Поэтому вот я специально взяла с такой целью. Здорово, что как раз получилось со скидкой взять. А далее у нас идут корректирующие ленты. А мои любимые это вот такие, ну, в плане, которыми можно просто вот так вот, как лентами именно пользоваться. И они у нас стоили по 26 рублей. Довольно дешево. Также я взяла от фирмы Брауберг вот такую жиденькую замазку корректор. И Берлинга две вот такие ручки. Тоже такими я больше пользуюсь дома, потому что в пенале не очень удобно носить. А такое я чаще на учебу ношу, если вдруг надо, не знаю, одну буковку, допустим, исправить. Такой лентой, соответственно, неудобно. Вот. Ручки вот эти вот стоили по 31 рублю. А корректор жидкий стоил 26 рублей. Так. Это если говорить об каких-то ошибках. Так, дальше. Двухсторонний скотч, двухсторонняя клейкая лента. Она стоила 26 рублей. Да. Вот, на самом деле, сейчас она мне была не нужна, но я решила, что потом она мне обязательно пригодится. И сейчас, пока она со скидкой, можно взять. Вот. Ну, так она и стоит не очень дорого, но за 26 рублей вообще хорошо. Ой, и взяла силикатный гель. Ой, гель, говорю, клей. Вот, он очень жидкий. Я, честно, даже не знаю, зря его взяла или нет. Стоил он тоже 26 рублей. Вот, я очень надеюсь, что он будет хорошо заклеивать то, что мне необходимо. Вот, но здесь просто как бы особо ничего не написано, никакой такой полезной информации. Вот, поэтому я не знаю, честно. Вот, ну, я вообще ищу клей, который будет хорошо склеивать вот эти, ну, всякие деревянные поверхности и бумагу, вот прям, чтобы намертво для мумий-троллей дома, то, что я собираю. Вот, ну, решила это взять, он просто был один из самых таких недорогих, и я никогда не пробовала такой клей. Остальные, которые были, я точно знала, что они мне не подойдут. А этот вдруг повезет, вдруг подойдет. А далее у нас письменные принадлежности. Ручки. Вот такие пастельные. Это синие шариковые обычные ручки, но они красивых пастельных цветов. И также вот такие ручки. Три красивые тоже. Они уже синие гелевые. Вот. Ну, просто взяла, чтобы себя как-то радовать на учебе. Такой позитивчик был. Вот эти ручки стоили по 30 рублей. А вот эти ручки, весь набор обошелся в 29 рублей. То есть, ну, мне кажется, очень даже неплохо. А далее, по-моему, 112 рублей стоили. Или нет? Карандаши, 120 рублей. Они двусторонние, то есть вот, видите, один карандашик, он сразу содержит в себе два цвета. То есть они такие, как а-ля мэджики, но на самом деле они не такие, как бы, удобные, хорошие, но они очень мягкие. Там были также 24 цвета, 12 карандашей, но чуть дешевле, но они были не супер мягкие, а вот эти супер мягкие, я люблю мягкие карандаши.
у многих блогеров по раскраскам видела и тоже решила взять за 120 рублей. Мне кажется, вот прям хорошая цена. Давно на них засматривалась, скажу честно. И, наконец-то, вот вернулась такая акция. Вот. И также взяла фломастеры. Они стоили всего... Так, не вижу. 104 рубля. 18 цветов. Я сделала уже выкраску на эти фломастеры. Вот, сейчас вам ее даже достану, покажу. Вот она здесь. Как-то я не подготовилась. Вот, ну ладно. Вот. Выкраска абсолютно точно такая же, как у набора Берлинга, который у меня был старый. То есть они прям точно такие же, единственное, оформление отличается. Вот, но я просто решила взять, потому что фломастеры хорошие, за 100 рублей я подумала, почему бы и нет. Цвета адекватные. Вот, плюс у меня уже некоторые оттенки, например, черных и серых, у меня становится уже мало. Потому что черные фломастеры, как вы знаете, не уходят часто. Вот, ну я решила, ладно, возьму такой наборчик, пусть будет. Далее. Гуашь. Вот, она стоила 140 рублей. Я ехала вообще с целью купить себе какую-нибудь гуашь. Хотела с вами сейчас открыть, у меня не получается. А ножницы у меня... Ой, далеко. В общем, хотела какую-то гуашь купить. И они все были, максимальные наборы, по-моему, по 12 штук. Вот, но я выбрала этот, потому что здесь на картинке вот такой очень красивый малиновый цвет. Вот он, фуксия такая. Я не знаю, я надеюсь, что он на выкраске будет такой же. Но она такая, она жиденькая прям. Мне кажется, гуашь должна быть погуще, но я не уверена. Вот, ну ладно, в общем... Ой, вот этот цвет очень... Блин, очень классные цвета. Именно, по крайней мере, в баночках выглядят красиво. Я надеюсь, что вживую я сделаю выкраску. Потом покажу, наверное, уже в хобби-влоге в каком-нибудь. Надеюсь, что тоже будет хорошо выглядеть это все. Вот, и последнее – это стикеры. Я взяла от фирмы Берлинга вот такие стикеры. Ультра. А также вот такие с градиентом. Их, по-моему, 50 штук. А этих по 100 штук. И также 100 штук Post-it. Они точно хорошие. У меня были стикеры Post-it. Они замечательно клеились. По крайней мере, насколько я помню. Вот, вообще у меня есть одна идея, связанная с раскрасками, поэтому я купила стикеров достаточно много. Я, в общем-то, можно сказать, за ними тоже в том числе ехала. Значит, у нас стоили стикеры вот эти по 31 рублю. Вот это тоже 31 рубль. А я теперь не вижу стикеры Post-it. А, вот они, 36,80. В общем, довольно выгодно, мне кажется. Вот, у меня, конечно, раскрасок сколько? Больше, чем 800. А стикеров у меня куплено всего 450. Но у меня есть замечательная просто коробочка. Сейчас я вам ее покажу. Вот, кто вдруг не знал. Вот, у меня здесь столько стикеров, есть всяких разных. Но мне нужны именно вот такие квадратные. Соответственно, ну вот здесь у меня тоже есть еще такие, здесь у меня есть еще такие квадратные. Вот, такие фигурные, они мне не подойдут для того, что я задумала. И, соответственно, такие маленькие всякие стикеры-закладки, вот такие тоже мне не подойдут. Максимум вот что-то вот подобное. Вот. Ну, это было все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами была Виолетта. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока.